Талант, который дал Господь. Фестиваль с таким названием состоялся в городе Серафимович Волгоградской области. Особым гостем мероприятия стал епископ Урюпинский Новоаннинский Елисей. Но самое главное, что я не ставлю задачу, чтобы проводить такие помпезные мероприятия, а именно обстановка должна быть семейной, теплой, чтобы мы почувствовали, что мы одна семья, православная казачья семья. И цель этого мероприятия как раз объединение всех именно направлений казачества. Фестиваль собрал и объединил истинных ценителей самобытного и невероятно выразительного народного творчества. А казачество и православие – это то, что испокон веков шло рука об руку.